И всем привет! Сегодня мы будем строить фанрум для золота. В один час он фанрумит 10 тысяч золота. Кто не знал, оставайтесь, посмотрите. Кто знал, можете пролистывать. И не забудьте поставить лайк и подписаться. Для начала оно у меня есть вот тут подписано. Но нам надо показать, как это строится. Для начала берем колесо, но это с порталами еще обычно. Вот мы берем колесо и ставим его вот так вот. Затем берем, ну, обычный любой блок, у которого у вас есть много. Желательно, чтобы было 49. Затем, если у вас нет рулетки, делайте 49 вручную, у кого есть. Понятно, черт не хочет. Ну тогда вручную сделаем, то есть вот так вот. Поставил. И надо 49. То есть у меня сейчас 369. И чтобы осталось, надо, получается, 20. Ой. Не 20, а... Ну да, вообще надо 45. То есть делаем мы 45 блоков. В длину. У кого есть рулетка, можете просто рулеткой промотать. А у кого нету или не работает, то делайте вручную. А, то есть вот мы сделали 45 блоков, затем мы, ну это с порталами только, мы берем порталы, чтобы у вас их было 4. В следующем видео покажу, как их достать. То есть мы берем... Сейчас мы берем и ставим вот так два портала. Надо покрасить один. Мы берем и красим. Чтобы получилась вот такая конструкция, собственно говоря. Теперь смотрите. Ставим вот такой вот маленький рычажок. Ну вот сюда вот можно. То есть он соединяет. Теперь мы строим из масляных блока вверх. Ну, можно вот тут вот где-то. То есть вот он раз, два, три. Берем любой блок, также опять любой блок. Ну, можно вот этот. Идем по 7 в каждую. Это раз, два, четыре. Давайте по 10 еще там 3. Сделали, и теперь про 5. Все, вот такая платформа готова. Теперь мы можем, что нам надо. Нам нужна вот такая ракета. Вот такая вот. Вот такая. И если его у вас нету, то надо будет купить вот такой набор за 4000. То есть мы берем, ставим ракету вот так вот. Затем ставим вот такое конденсатор. Сейчас, а где оно? Не вот такое обычное, а вот такое. Оно идет в комплекте с этой ракетой. Ставим. Теперь ставим сюда тоже два портала. Не забудьте в следующем видео, если будет на 50 подписчиков. А, нет. Давайте. На 30 подписчиков.
и сделаю новое видео, как добыть фанкставы в постандрой конрабль. Вот так. Теперь мы красим в тот же самый цвет и тут играем. Ага. Теперь шел. Да. Все, все правильно. Теперь садимся вот в это конресло. То есть убираем вот эти масляные блоки. Достаем отвертку. И отключаем фиксирование. Теперь, ну, нажимаем на эту кнопку. Как у нас там? Тянет вот в этот. Мы убираем. Вот мы умерли. Если мы сейчас смотрим, мы будем телепортироваться сразу сюда. Мы получаем за это золото. Видели? Сразу 80 золота. И вот теперь смотрим, мы бежим отвертка и... Ни в коем случае не нажимайте на вот эту кнопку на отвертке, как мы туда полетели. Ни в коем случае. Берем отвертку. То есть отвертку. И мы же, нам надо вот это, и мы все вот так поштучно начинаем нажимать. То есть это вот этого самого первого блока, все вот эти 45 блоков. А с рулеткой это все будет как один большой блок. Просто она забагалась у меня и не хочет он работать. То есть вот как мы выделили все блоки, нужно и выделить порталы. Мы отключаем фиксирование и коллизию. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы бежим и заново нажимаем на отвертку. И мы нажимаем уже все. И вот это фиксирование коллизии нет, мы трогаем. И мы ставим вот на желтую полосочку крутящийся момент. Называется, запомните. И теперь мы, когда нажимаем на этот рычаг, это будет крутиться. То есть давайте сейчас присоединимся. Мы заспавнимся. Ну и, собственно, вот так это работает. И вот за один, как мы заспавнились и умерли, мы получаем 32 золота. Но так как у меня x2, вы получите 16. Ну, или у кого... Ну, это бывает по-разному. Еще смотрим, как. Вот 48 сейчас. То есть вы получите 24. И то есть вот так вы можете фармить опыт. Без разницы, когда, без разницы на какой локации, вы просто можете оставить телефон и, например, пойти погулять куда-то, пообщаться, сделать свои дела по дому. Или уроки поделать, книгу почитать.
Вот просто вот так оставили телефон и занимайтесь своим делом. Или когда кушаете, вот оставили и уходите. Допустим, у вас было вот там 100 золота, приходите 1000. Вот, и я там сам золото фармил. То есть сейчас получается 10 тысяч золота. И, кстати, я всем советую этот фарм. Но, видите, он не для всех новичков. Надо еще тут порталы иметь. Они из Анробокса. За робоксы, но их можно получить бесплатно. И, собственно говоря, можете сохранить эту постройку. И главное, потом подпишите, чтобы не путаться. То есть, смотрите, вы можете сейчас, вот, допустим, если вы не хотите, вы вот идете в Пинрот. Блин. Мы сейчас с вами пойдем в Пинрот, и, по-моему, не будет телепортировать у нас. Блин, мы не успели. Вот мы пошли в пинжер. Мы можем опять на вот этот рычаг нажать, чтобы выключить. То есть этот рычаг отвечает за вот этот, за это колесо. И смотрите, коллизия действует за то, что мы можем ходить через блоки. Ну, как-то так. Но если вы хотите сохранить, то смотрите. Кто не знает, как еще сохранять, вы бинроте нажимаете на... Ставите обязательно на вот это светло-зеленое поле. Нажимаете на меню. Вот есть у вас магазин. Есть вот флажки, это в какие команды. Есть вот сохранение подписано. Вот у меня тут бак, самолет, лодка и фарм золота. То есть вы можете вот так нажать на кнопку сохранить. Там, когда сохранили, можете загрузить. Но смотрите, если у вас будет колесо, когда вы загрузили, стоять где-то вот тут вот или, например, вот тут вот, то смотрите, можете вот это удалить. А мы же с вами вон там делали раньше то, что мы туда летали. Вот как мы все сделали, и ничего не трогайте, ни фиксирование, ни коллизия, сохраните. И потом уже делайте все остальное, то, что как мы с вами там построили. То есть вы, например, сохранили, заспавнили, но вот это колесо где-то вот тут заспавнилось, или вот тут, или вот тут. То смотрите, у кого есть рулетка, просто вот так все удаляете и делаете новое, но уже с помощью рулетки, если она не забагается. А если это, то надо будет заново все переделывать, у кого нет рулетки. Собственно говоря, это вот такой баг. И разработчики его еще пока вот такой фарм золота не пофиксили. То, что когда коллизия, можно это может ходить через дерево. А хотя дерево с коллизией, а это без коллизии. То есть мы можем ходить через это, но не через дерево. Наверное, это скоро пофиксят разработчики. Но, по-моему, этой игре уже очень-очень много лет, и ничего никто не делает. Так что пользуйтесь, не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока и удачи!